Всем привет, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймица, и мы будем играть игру Тров. И в этой серии я буду убивать всяких боссов. Так, ну что ж, пошлите создавать мой дом. Там у меня есть порталы, чуть-чуть побольше, а тут просто их нет. Так, я тут шипы поставлю, мне надо чуть поаккуратнее, давайте вот этого замочим. Так... Где у меня портал? Вот они. Заходим в оранжевый. Для 8 и 9 уровнях. Так, сейчас. Все. Тут уже люди играют. Можете подсказать, что это за тыква? Что тут надо делать? Тут я только завязала, там надо только брать. И все. Тут много их. Вот, тут что, их только брать, что ли? И всем, надо, вот. И всем привет, и Милана? Да, вот Миланочка пришла. Так. Мой дом? Это не мой дом, это босс. Наверное. А я думала, что это ты построил дом такой. Нет, что? Высоты его не хватило. Надо, знаешь, сколько высоты, чтобы такой дом сделать? Сколько, миллион? Нет, конечно. Ну, много. Ну, не так уж. Миллион тысяч? Нет, конечно. Так, где это там? Проход я видел. У нас, кстати, новые крылья. Я их накопил. Не за кадром. А зачем сюда зашел? А вот и... А, это не босс? Конечно, это человек. Мне кажется, это босс. Мне нет. Да, это босс почти. Ну, может и нет, может и не босс будет. А бывают такие, как... Блин, ну так сделали, как будто бы босс. Да. Арамама. А что мы не знаем? Куда идти? А, нет. О, есть проход. Вверх. Ну, я залезу. Можно залезть. А вдруг не залезем? Одни эти... Эти штуковины. Так что надо лучше уйти отсюда. Тут толку ничего нету. Ну, конечно. Здесь надо долго проходить. Да, зато долго проходить. Ну, круто. И все тесно зато. Так, давайте полетим в ту сторону. Еще мучиться. Да, тем более мучиться. Ты права. Так, нету этого так кубика. Так, давайте на леденцовый мир. Сколько у нас тут уже денег? 6825. Еще нам надо 2000 накопить, чтобы купить волка. Mm-hmm. Это будет в других сериях. Так, тут тебя обойдем. Ты нам проблем не задаешь. Конфетный мир? Да, из конфет все. Там Дед Мороз. Давай к нему это, сходим. Оп-оп. Подожди, я тут кое-что заметил. Один. И шоколадный мир? Да, тут просто шоколад чуть-чуть будет мешать. Но это ничего страшного. Шоколадный мир. А что кубик закрывает? А, блин, шоколад меня сейчас остановит. Так, полетели. А, блин, шоколад. Мешает только... Сейчас мазать будем себя. Не то, что... ну да, это просто замедляет. Потом ты медленно туда заходишь. Так, что это такое? Кто на меня напал? Какая-то мороженое. Давайте их просто обойдем. Шоколадное мороженое. Ну, и валит. Да, и белым мороженым. Давайте их просто обойдем, а то сейчас проблем будет из жизни. Мне надо убить... Это босс, что ли? Мороженый босс? Это мороженый босс. Мороженое. Да, а я думаю, это Дед Мороз. Мороз. Он тут почему-то еще ос создает. И пчел, не знаю почему, но вообще это должно быть леденцовый мир, а не летний. Так, из него какая-то шапка, попугай выпал, но нам нужен сундук. Конечно, надо. Да. Так. Ну, бери два. Деньги. Так, вот такой у нас топор есть. Вот он.
Вот как это было. Сейчас посмотрю. Так, сколько этот урон? А, так, так, так. Вот это я все переделаю. Все. А ну, знаешь, почему это? Знаешь, почему это оружие у нас? Знаешь, почему это оружие у нас? Почему? Потому что мы нашли. Так, вот эти очки возьму, а дальше все выкину. Не выкину, а переплавлю. Так, это будет, да, пусть такое. Все. Это все я просто переплавлю. Да. И будет много ресурсов. Так, все. Куда можно еще полететь? Не знаю сама. Какой-то... Так, а вон кексики. Такие кексики легко, ну, не легко прям уж найти, но где-то их можно найти. А есть такие, которые спрятаны, и они не уходят. Да, так, где босс? Босс-босс? Вон конфетка босс. Я знаю. Такая. Мы убьем ее. Да не, нам они сейчас помешают. Конфетка босс. Так, это какой-то пацан. Что за чувак, похоже, наш зал как. Что за конфетка босс? Я не понимаю, что это за конфетка босс. Сундук. Это наш, мое. Я конфетную маску, маску. Все, ой, аккуратно. Оп. Молодец, что конфетную маску взял. Да, еще как. Ну, наверное, нам поможет, я так думаю. Я тоже. Там босс. Так, давайте вот этого босса пройдем. А. Выберем зелье. А шипы не надо. Ну, от шипы, это, конечно, шипы. Тут сделали так, что шипы можно попасть. Ну, можно их просто вот так вниз опускать, они не залезут. Можно тут с ними драться. Все, как бы. Идем сюда, нету вот. Готовы печеньки. А теперь это, там. Это сладость, а не печенье. Вот, тут еще и печеньки есть так-то. Ну это не печенька, а сладость. А сундук? А, тут еще один. Конечно, он просто... Сундук! Он просто... Да уйди ты, пожалуйста, мне сундук нужен. Да, сундук! Что ты прыгаешь за сундук? Потому что он редко может попасть. О, там меч какой. Так, а тут сколько? Две и три. Так. Тысяч. Ой, да, тысяч. Клевый меч. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так сделаем. Найдем этот меч. И поставим. Так, тут пока его не видно. Нет, не этот. Какой-то такой клевый меч. Вот он. Угу. Нашел. У тебя и напитка есть? Угу. У меня еще и крылья есть. Вот он меч. Такой вот. Большой. А крестик это что-то выиграл? Да, давайте создадим... О, это летний, да? Это же вон там этот. Как там его? А где конфетный мир? А, типа бабочки, что ли, рыцарь какой-то из бабочки. Из него даются такие пузырьки, сейчас вам покажу. О, где конфетный так. мир? Ну, сейчас я вам покажу эти пузырьки. Где конфетный мир? Из ну, на них крылья еще есть. Угу. А, их тут у меня нет, они, значит, у меня в этом... В моем доме. Да. Я их там оставил в сундуке. Это твой дом? Я тут думаю, что тут босс. А, стоп, его прошли? Его прошли уже, блин. Нет! Где еще босс найти? Не знаю. Так, по карте есть... Чё там, прыгаешь? Там где-то, вот. Там это есть. Вот он. Вот, да, вот он. Да. Надо еще крылья за один можно обожгаться крыльями. Обжечься. Крыльями обжечься. Нет? Друга. Ой, лава. Это или не лава? Лава. Может и нет, может и конфетная шоколада. Лава. Нет, может не, не конфетная лава. Разное бывает. А где конфеты? Так, он что-то прыгает.
он упал. Ваш охранник там упал. А, это вот, который я не мог пройти раньше. Сейчас я постараюсь пройти. Только копать не надо, чтобы она упала, потому что ее сложно найти. О, блин. Окей, окей. Так, еще кричат. Сундук и что там? Не знаю. Опять такие мечи, которые у меня были. Хоть бы какой-нибудь, не знаю, сундук дали. Так, где еще босс? Там внизу. Вон там есть босс. Вот он, походу. Да, это он. Давайте мимо него. Это да, видите, там по карте. Бонус? Да не конфетный бонус. Бонус. Это типа книжки. Так, о, вот он. Или нет? Это босс? Да, это босс. Оп, ага, специально тут сделали. Чтобы я ударился еще мало жизни. Ва! Опять эти монстрики. Я ману оставлю, чтобы потом драться. Вот она, эта штука. Вот это очень хорошая штука. Возьми ее. Блин, у меня места нету. Я же говорю, мне надо все переплавить. Ну, выйти. О, ура, теперь у нас эта штука есть. Так, вот так, охранник есть. Охранников нет. Сразу а кубик за тобой? Где этот босс? Босс. А где кубик? Где босс-то? Не знаю. Давайте это здесь охранников убьем, то потом они на нас будут агриться. Блин, где эти вот волшебные штуки? Не знаю. Эти, точнее, кобочка. О, вот они. Вот этот босс. Так, давайте всю, вот к этому боссу подойдем поближе, чтобы... Ниндзя не может... Ты не можешь ниндзя пройти? Нет. Так, мне надо вот этого пройти, чтобы не мешал. Спасибо. Теперь ты одна. Все, я его... Золотой сундук. Что там попадается? Да я не знаю, что маска. Оружие, бревна и... Что-то еще там. А, и орел. Не, это фигня. Фигня, не надо. А вот и портал. Я же знал то, что это все тут будет. Так, по карте... Сейчас я побольше карту посмотрю. Крестик, это мы выиграли. Так, нам надо туда. Так, вон туда. Куда это? Сейчас давайте так лететь, смотреть. Давайте вот за этим пацаном. С ним будем убивать. Не знаю, что еще делать. Полетать можно еще. Много чего поделать. Подружимся, может. Я не знаю, подружимся. Так, вон там по карте. Вот где-то вот там. Все, надо нам туда идти. Ой, так. По карте. Чуть туда. Вот. Оля, куда летим? Так, вот. Да, вот, по прямой теперь. Вот на этот кактус, что ли? Нет, не, нет, дальше, дальше. Это мы пролетаем мимо кактуса. Так, нам вон в ту базу надо лететь. Папа, я ему сказала в сундуке. Да, вот тут, все. Он открыл сундук, нашли. А там конфетная была такая маска, я ему сказала, и он взял. Подсказала брать. Да, конфетная маска. Так, это его босс убили, мне надо этот сундук. Че, сколько боссов-то вырубил? Три пока. Где этот чувак? Это тоже босс? Да, была. Не люблю, когда быстрее меня все мучат. Где этот сундук? Быстро отдал. Это мой сундук. Где он? А, ты его вырубил уже? Да, это, чувак тут это, короче, лазит. Сундук, короче, это я, мой вообще-то сундук. Я его возьму. Что он мне оставил? Так, вот что это? Фу, фигня. У меня лучше. Так. А босс это ты вырубил? Да нет, это он? Чувак, да. Так он и сундук забирает.
Нет, там он может вещи оставить. Но если успеешь поближе подойти, тогда я не... Ну я ищу, просто этот чувак быстрее догоняет меня. Так, вон там по курсу есть один замок. Не замок, а босс. Конечно, босс. Так, так. Это какая-то рыба-цветок, можно сказать. Цветок? Ну да, похоже на рыбу. Оп, тихо. Нет, ты меня не трогай, пожалуйста. Не люблю, когда меня трогают. Почему? А, иди отсюда. Почему иди? Да потому что я не люблю, когда меня трогают. Да, конечно. Чё я спрашиваю, что ты такой глупый вообще? Коляк-баляк! Это что за гриб такой? Гриб. Король гриб! Мира! Тихо-тихо-тихо-тихо! Подключи мне куклы, Барби! Так, Тим? У меня уже маны нет. Быстрее, давай. Я хочу этого босса убить, может что-то крутое. Если он такой крутой и огромный. Ладно, понятно. Уже сундук открыл. Старался, блин, старался. И фигню мне дали какую-то. Да. Фигня. Они солененькие. Вы не обнаглели вот так вот мне фигню давать? Игра, ты уже с ума сходишь. Что ли? А еще одна поблизости, офигеть. Ну, придумали, конечно. Поблизости еще одна. Вообще. Ну, подальше бы сделали, чтобы чуть-чуть посложнее играть, что ли, было. Просто рано так. Оп. Это что за? Так, сколько у нас денег? Не приблизилось. Так, раз, еще. Так. Вы издеваетесь? Смотрите, сколько там, а сколько у меня. И то у меня получше. Мне какую-то фигню дают. Вот они от меня! Не люблю, когда вот что-то вытворяют. Так, где мой дом можно создать? Ух ты ж! Ух ты ж! Это же рай боссов! Радужная. Да кто там меня бьет? Еще один босс. Только маленький босс, не замок. Похож на замок. Это босс? Это босс? Вот это понимаю, босс. Сундучок, пожалуйста. Тарин, тадыщ. Что это такое? Что за маска? Ужас. У меня маска получше. Перепутал. Вот здесь получше. О! Вот это лучше. I'm a smiley every girl. Я порадуйки бью. И сейчас всем по крови замочу. Аж так всех убью. Что от страха все от меня. А, всех я порву. Кто подойдет ко мне с рукой и поднимет на меня, тогда сразу скажи себе то, что этот пацан сделает себе хана. Вот так вот песню надо придумывать. Не, реально, вот когда пацан тебе воображаешь себя крутым, на самом деле нет.
он тебя легко замочит. Если тебя легко замочит, значит ты слабак. А если ты мощный, тогда уже девочки будут знать, что ты нормальный мужик. А не как тупой клоун какой-то. Я какой крутой. Смотрите себе на тебя. Сперва на тебя все девчонки смотрят, а потом удивляются. Оказывается, он не крутой, он не может отвечать за себя. Пошлите-кась от него. Бывает такое. Лучше не воображать то, что ты крутой. Надо показать, а не воображать. Показать то, что ты... По правде крутой пацан. Нормально отвечает за свои поступки. А не как воображаловка. Я все знаю, я все знаю. Смотрите, какой умный этот пацан, тупой, или как там еще обзывает там какой-то тупой, что ли, там еще говорят. Вот типа ты не крутой, пошел отсюда. Говорят, а потом, оказывается, ты догадаешься, то, что ты не крутой сам. Так что бывают такие пацаны, которые врут. А надо отвечать за свои поступки. У меня такого ни разу не было. То, что я наврал, то, что я крутой. Я именно и показал то, что я крутой. Так что лучше так не делать. Сразу вас не будут с вами дружить. И все. Вы без друзей. Потому что вы научились врать. А врать это очень плохо. Так, это что за босс? Это что за босс, Вася? Вася какая? Оп, оп. Чуть покруче. С какой армии? Чувак, армию убери свою, а? Это что за вертушка соседская? Сейчас накрутится как-то, наверное, турнет. Это что, перчатка, что ли? Не понял. Это чем он ударяет? Перчаткой? Реально это перчатка. Или его кишки? А, блин, убили меня! Потом. О, чувак мочит. Это что за монстр? Это что за паучищий монстр? Где сундук? Мой сундук. Чё? Сколько? Фуфиня. Пошлите. Заслужите. Мощный. С развязок. Опять же били, быстрее бы. Поиздевайся. Их двое? Нет? Я вам тут делюсь. Не, поиздевайся. Он сейчас дерется или нет? Не думаю, они какие умные. Что чуть-чуть не подумаю, то что он не дерется, а он просто у себя дома выживает. Хорошо, что я подобрал. Так, телепорт! Тарарарарарам! О, чуть-чуть не додумались то, что он не дерется. Кстати, помните, я все-таки догадался, как это выбрать. Ла-л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 а
Пофиги, мне надо быстрее. Знаете, что сделать? Побыстрее только. Быстренько создать свой дом, пока никто не создал. Так, уфа. Быстренько там все переплавить, то, что ненужное. Потому что сейчас могут... я хочу боссов убивать, вообще-то не переплавлять. Так. Что у нас вообще тут есть? Можно переплавить. Так. Потому что это очень много места занимает. Так, я это посмотрю. Это вообще что это такое? Да. Место есть, все есть. Да. Побольше, пожалуйста. Залезем, посмотрим. Я тут ничего не делал. Это я думаю, кто это ко мне тут пришел? Я тут всех замочил. Летим. Вот это по-нашему. Вот это по-нашему. Давайте прям вот в воду спустимся. Вот это. Прям вот в крышу. Крысик. Что это такое? Что это там за дом такой? Фиг. У меня вот такой. Бум-балом. Еще и стреляет. Это в плюс. Так, хотела сказать, кто хочет сделать обмен. Я это еще буду сделать. Ну, кому надо, там обмен мы будем делать, так что не забудьте. Я это все-таки буду делать обмен. Не бойтесь, реально. Вот, я это буду делать когда у меня будет этот, как там его, эфир. Я буду играть и записывать на эфире. Вот, так что на эфире можете поиграть со мной. Только без скайпа я сделаю с вами обмен. Так что вот. Кто хочет, ну, так и сделаю обмен. Я не шучу, я не буду врать, то, что я не буду делать обмен. Я обещал, задание выполню. Я всегда задание выполню, я никому не вру. Потому что, может, кто-то не знает, как его сделать. А я знаю, бывает такое. Так что обмен я не вру. Я отвечаю за свои слова. Если я этого не говорил, значит я этого не буду делать. Если я это сказал, тогда буду делать. Это да, я. Я за просто так ничего не делал. Так что не спрашивайте у меня, то, что я буду делать или нет. Я сказал то, что я сделаю. Я естественно не сделаю. Так что никаких вопросов нету. Потом сами напишите. Меня убили. Так что я свою задачу выполню. Обещал, выполнил. Обещал, выполнил. Так что все. Обещание есть обещание. Так, это идет что ли темный лес? Это сладкий лес, мне туда не надо. Так, заходим. А где босс? А, там. Блин, опять вот. Нет, это мой босс. Ушел. Он его хочет замочить. Я тебе помогу. Так, я его спасу. Я туда.
души от моего босса. Что за облак летающий? Где деньги? Фигня. Фигня тут какую-то делают. Так. Там на меня он смотрит. Все, пошел отсюда. Ты не офигел? Я уже пошел босса убивать. Не с тобой летать. Все, улетел. Слава богу. Ну, улетели. Да что же пень? А, это опять птичий полет. О, смотрите, заходим в портал. Печенька спаслась. А ну, брат. Фень, где это фенишка? Фенишка. Гори в аду! Я это умер в году. Кто-нибудь босса проходит? Да! Как они это, вообще этих драконов побеждают? Или что там надо вообще делать? Я тоже хочу дракона! Почему я никак не могу выиграть? Они, блин, получается, значит, получают каких-то летающих драконов. А я, блин, ничего не получаю. Я еще боссов, блин, убиваю. Наглели уж. Уже слишком. О, боса. Это да, это реально слишком. Где этот мальчишка какая-то? Самое главное его догнать. Ушел. Что за дракончик бегает? Это мой дракончик. Пошел отсюда. Так. Все к нему телепортируются. Ва. Да куда он там уходит? Где он? Дракончик, покажись. А человечек, ты вернись. Куда он туда пошел? Как он так быстро телепортируется? Теперь на воде поплыл. Как он так быстро? Переварение. Вот он там. Вот он. И босс. Так, подожди, а где он сам? Что он там делает? Интересно. Возьмите. Пошли отсюда. Что тут нам делать? Он хочет предложить нам, надо тут какого-то босса. Что дальше говоришь? А, уже все понятно. Думаю, сюда я чуть-чуть поумнее. А теперь думаешь, куда? Ну, давай. Давай сюда. Это лабиринт, чувак. Тупик. Смолди. Есть босс.
Он тоже подумал. Что там происходит? Так думал. О! Ой, там босс. Чувак, давай. Акуна матата. Чувак, дай мне пробежать. Чувак, обнаглел. Меня, блин, оставил. Я ему сколько больших подзатыльников дам. Сейчас офигеть от моего дома. Опа! Да. Я там еще выше. Так что бомба. Ну, там я сделал уже. Ну. Сюрприз. Вызвать. Подожди. Ща кое-что отгадаю. Оп-оп-оп. Блин. Шо я же отгадаю? Что за... Это что это такое? Что это такое? Скажите мне, пожалуйста. В первый раз вижу эту штуку. Это выглядит тоже в первый раз. Ну. Кто скажет, что это за фигня была? Подскажите, кто это знает, что это такое? Блин. А что это вообще такое? Блин. Опять пердушка включается. Бам-барарам. Барарам. Они что, за километр могут увидеть? Барарам. Байрам. Айм-айм. Что это там такое? Там какой-то Вася бегает. Даже не Вася, или как помню еще назвать его. Васячок. Золотой грабичок. Что там вы ступ взяли? А ну быстро дали. Что ступ взяли? Отдали. Это моя драгоценность! Это называют драгоценность? Это нифига не драгоценность. Это пузоценность. Во, пузоценность. Сказал, как надо. Тут маленькая, что ли? Тут вообще маленькая карта. Два босса всего лишь. Чего? Чё это он сейчас делал? Что сейчас было? Парень. Чувак, это что сейчас было? Ты где? Чувак, иди сюда, у меня тут... Сколько он наносил? Много. Ну, не прям уж.
меня жизни нет. Ушел. Ушел, ушел, Вася. Вася. Вы издеваетесь. Смотрите, вот иду. Иду. Бамс! Эта штука появляется. Ага, что-то еще тут скрыто. Где что? Все найду. Ну ладно, всем пока, с вами был Эдвин, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!